Густой столб пены из пожарного рукава за секунды тушит пламя на тепловой станции, но пожарные продолжают заливать место возгорания. Бранцбойт выключают только, когда пена покрывает несколько десятков квадратных метров. А вот и жужжащий виновник возгорания. Именно дрон совершил подрыв на районной тепловой станции. Все это сценарий учений по отработке чрезвычайных ситуаций. Первыми, как и положено, реагируют сотрудники станции, организуют эвакуацию и вызывают спецслужбы. Сначала приезжает Росгвардия и блокирует подъезд для гражданских. Следом кинологи проверяют территорию предприятия на наличие взрывчатки. А после в дело вступают пожарные и сотрудники Химспас. Основная задача – отработка взаимодействия между структурами города, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. Вот. Основная задача заключается в том, чтобы при проведении данной тренировки все участники провели совместные работы по ликвидации аварии после аварийной ситуации. На этом работы по устранению последствий ЧС не заканчиваются. Даже в экстренных ситуациях необходимо поставлять тепло жителям. Для этого всего за 2,5 часа нагрузку с РТС перебрасывают на другую станцию. В случае разрыва труб из-за изменения давления в сетях оперативно выезжают коммунальщики и устраняют неполадку. На данный момент надо, конечно, сделать работу над ошибочками. Были ошибки, но в целом удовлетворительно. Эта станция снабжает теплом почти 300 многоквартирных домов, 31 образовательное учреждение и 7 социальных объектов. Поэтому аварийные службы должны экстренно реагировать на любые неполадки. Так что подобные тренировки позволяют отрабатывать взаимодействие всех спецслужб. Мы провели в этом году уже 98 тренировок именно на объектах локально. Сейчас у нас проводится общегородская, непосредственно уже включая все службы для того, чтобы отработать все взаимодействия. Всего в этом году запланировано 143 до конца года. Соответственно, нами еще будет проведено практически 40 с лишним таких учений. На учениях было задействовано более 60 человек и 10 единиц техники. Для устранения разрыва труб выехало 4 ремонтные машины. Все структуры округа отработали четко и слаженно. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.